Итак, сделаем бота в программе Chatbot Creator на Android. Зайдем в программу, нажмем на плюсик, напишем, например, Марк. Нажмем Create. Теперь зайдем вот в эту в иконку ручка. Да? Напишем Привет. И респонс здорово. Сделаем add. Теперь запустим на треугольник. Итак, напишем привет. И вот бот Марк ответил здорово. Все работает.